Приветствую, друзья. Каждый раз, когда я выхожу вот так вот, чтобы сделать ролик, видео, во мне идет борьба двух мотивов. Один из мотивов – говорить в том специальном гармонизирующем ритме, который помогает многим смотрящим этот ролик как-то восстанавливаться, снимать лишние напряжения, выходить на состояние глубокой душевной успокоенности и безмятежности, чтобы отрывать себя от всех негативных эмоций. И другой мотив, который вот все время мне хочется реализовать, и я его начинаю реализовывать, потому что я хочу, чтобы каждый человек, смотрящий ролик, научился сам управлять своим состоянием без всякого моего гармонизирующего биоритма. Ну, что мне делать, если я такой практик, который много лет работал для того, чтобы восстанавливать людей, а потом стал учить людей самим восстанавливаться? Вот эти вот два момента, постоянно два мотива во мне и борются. И сейчас я тоже, когда вам рассказываю о том, какие мотивы во мне борются, видите, время от времени я выхожу на определенный ритм восстановления, и смотрящий за мной постепенно успокаивается. Да, и пишет мне там комменты, когда мы смотрим ваши ролики, мы успокаиваемся. А с другой стороны, я же хочу, как я сказал, чтобы вы сами научились это делать, без всякой посторонней помощи, даже моей. И поэтому я там рассказываю в этих роликах, из ролика в ролик, как это делается. Напоминаю вам, что у нас есть YouTube-канал, подпишитесь, кто не знает, новички, на YouTube-канал. Ставьте лайки, чтобы наша школа «Человек будущего» Homo Futurus развивалась совместно с вами. Потому что ваши лайки и комменты, и вопросы в этих комментах, они развивают нашу школу, они развивают любопытство каждого, любознательность, потому что только любознательные могут что-то создавать, а кто не создает, тот разрушает. Созидание. Вот это самое главное, и это есть в человеческих инстинктах. Есть этот геном Творца в человеке, есть он. Когда он умеет перерабатывать так весь массив материалов, вообще любой, весь массив информации, когда у него начинает работать поисковая активность работы мозга, когда у него работает интуиция и смекалка, когда он начинает понимать, как быстро ориентироваться в условиях неопределенности со скоростью инстинктивных реакций. Посмотрите мой классический, например, ролик, там, где я показываю 5 упражнений синхрогимнастики. Это было давно-давно, но это пример, где происходит несколько вещей. Обратите, пожалуйста, внимание. Первое. Там механические повторяемые движения в ритме, соответствующие человеку, синхронные его текущему состоянию. Они сочетаются в комплексе с идеорефлекторными движениями, с полуавтоматическими движениями. И вот оказывается, когда он снимает лишние нервно-мышечные зажимы, снимает скованность, вот эти идиорефлекторные движения получаются легко, по его желанию. А когда он очень напряжен, приходится тогда делать повторяемые механические движения. Например, там упражнение лыжник, шалтай-болтай, упражнение вис, назад, вперед, с наклоном прохода вниз. Там несколько упражнений. Легкий танец, когда сложно координированное движение, выходишь из одной точки и в эту же точку должен вернуться. И как раз таки тренировкой сложно координированного движения человек начинает улучшать свою вестибулярную работу мозга. Там много интересного. Вот главное сочетание механических повторяемых движений в ритме собственного состояния с идеорефлекторными движениями. И то, что когда вы начинаете, например,
Вот оно. Вспоминать счастливый момент жизни, о чем мы говорили на прошлом вебинаре с Шейлой. Вспоминаете счастливый момент жизни, и тут, на контрасте с этим, начинает выплывать весь балласт неотреагированных ранее негативных эмоций. Вот это важно, происходит проработка. Не тем, что вы начинаете в этих негативных эмоциях ковыряться, а тем, что он сам выплывает в виде слез, в виде зевоты, в виде дрожаний, в виде каких-то колебательных действий, в виде тиков, желаний как-то подвигаться, пошевелиться, размяться. Подсказки организма происходят. Этот балласт выплывает, и вы от него освобождаетесь, и выходите на хорошее состояние, естественное состояние, родное ваше состояние, когда у вас бывает такое состояние естественности. Когда вы не заняты каким-то обработочным процессом негативных переживаний, а когда вы уже вышли оттуда. А я просто помогаю вам своими роликами, своими книгами и нашими совместными вебинарами быстрее и быстрее научить собственную нервную систему, быстрее сбрасывать лишнее напряжение и использовать энергию стресса, энергию страха, энергию, которая возникает в отчаянии, например, вот эту самую энергию и энергию любви использовать по своему усмотрению. То есть, по существу, речь идет о осознанности. Там, где вы ранее делали все это инстинктивно, не обращая на это внимания, некоторые подсказки организма просто блокировали в себе, потому что вы не знали, насколько они полезны. А теперь начинаете понимать, и все пазлы складываются. Вот какие у меня эмоции во мне, мотивы во мне борются постоянно. Или делать это как подсказку свою, снимая у вас напряжение, или давать вам советы, чтобы вы сами могли это делать. И поэтому у меня иногда такой ритм возникает, когда я рассказываю, когда вы слушаете, заслушиваетесь и успокаиваетесь. А иногда начинаете думать, понимать, вспоминать, складывать, анализировать, синтезировать. И у вас получается действительно развивающий подход. Очень интересно все это. Поэтому записывайтесь на YouTube-канал, на канал Telegram мой. И, естественно, смотрите, там ликбезы бесплатные есть по несколько часов. Для новичка это будет крайне полезно. Да, там очень много бесплатного материала. Я не боюсь выдавать все эти секреты. Потому что чем больше людей их знает, тем меньше нами манипулируют. Тем более мы защищены, потому что знание – это сила. Да, друзья мои, до встречи.